Я всех приветствую, ребята, на нашем канале, на канале Тугарыча. Поиграем сегодня в Warface, попробуем выполнить такое непростое задание. А задание, именно смысл задания заключается в том, чтобы уничтожить тесаком 150 противников на карте Хэллоуин Ферма. А для этого я зашел на Браво. Здесь у меня звание совсем ни о чем, очень маленькое. Но, естественно, здесь будет гораздо легче выполнить это задание. Из корзины накинул перчаточки неплохие, как вы видите. Ну и, собственно говоря, башмачки тоже себе закинул для персонажа. Можно выполнять и медиком, можно инженером. А лучше всего, ребят, все-таки я советовал бы выполнять данное задание именно за инженера, поскольку можно там больше гранат взять и слепу взять. Уже в дальнейшем я взял слепу, специальный там, ну, грубо говоря, шлем, который защищает от слеповых гранат и прочее. Ну, нубасов, грубо говоря, то есть игроков, которые имеют маленькие звания, порезать на Браво, это просто изи в каком-то плане. А вот сейчас только что зашел в спину игрокам и немножечко-то их покрошил, скажем, порезал тесачком. Здесь вот мы тоже вот так вот зарезали чувачков. Ну, сложного в этом ничего нету. Достаточно ржачно, наверное, в каком-то плане, когда я бегал здесь. Ну, немало ребят, кстати, догадалось это сделать. И, собственно говоря, они вот тоже бегают и уничтожают вот так вот противничков. Зарезал я противника, вот сейчас в ногу кидаю оглушку, кстати, тоже оглушками пользовался и прирезал вот так чувачка, который упал. Но здесь, к сожалению, не получилось убить противника, он был более быстр, скажем так, и оприходовал меня своим тесаком. Здесь я услышал, что игрок пробежал сверху, ну и вот так вот забежал ему, грубо говоря, в спину. Бежим дальше. Кого бы нам найти? Ага, кинул оглушку, бежим. Самое главное, не попасть на свою оглушку. Бывало, тоже попадал. Ну и вот, собственно говоря, вот зарезали мы игрока вот таким образом. А, вот, бежим дальше. Здесь где-то я прятался даже так местами. Ага, вижу, вот противника, спрятались, подождали. Мы выбегаем на него, но как бы ничего и не подозревает. Физика передвижения в Warface просто в каком-то плане ужасная. Вот кинул гранату, но приходовали противника, и здесь я вот так ворвался, прям повезло, так уже кто-то накоцанный был и сделал тоже неплохие киллы. Но здесь мне отомстили, мягко сказать, прирезали тоже этим же тесачком, таким же. Так, кидаем оглушечку, выбегаем, противник уже нас ждет в интересной позе. Прям влетаем он тоже в противника, зарезали его вот так вот. Ну и здесь тоже в спину там, на размен, грубо говоря, убили еще одного тоже. Затыкали мы этим, и его этим тесачком. Вот, ну и прикольный момент, челик здесь прям в кустиках сидит так, прям по УБГ вот настоящий, реально. Челик сидит в кустах, там в траве лежат, а здесь вот в кустиках сидит, и его сразу-то и не видно. А, ну и далее, ребят, кстати, прикольный такой момент. Вот эти фризы с подгрузками, они, в принципе, никуда не делись. Вот сейчас можно увидеть такой интересный момент. А, вот, увидел противника и, соответственно, сдох. А, то есть, почему так произошло? Потому что, видим, замедленная вот съемка, грубо говоря. А сейчас начнутся в игру, подгружаются два игрока, присоединяются. Вот первый пошел. И второй после этого появится одновременно. И мой компьютер начал с винчестера, как я понял, подгружать эти текстуры. И, собственно говоря, у меня компьютер, ну, просто завис в этот момент. Игра остановилась, она начала ожидать загрузки этих текстур. Если бы у меня, возможно, был SSD-диск, например, то такой проблемы не было. Но SSD как бы дорогая вещь достаточно, вот поэтому я его покупать не буду. Купил обычный винчестер, мне этого хватит. По крайней мере, видео записывать, ну и игрульки туда как вариант установить. А что же касается миссий и наград вот этого эвента хэллоуинского, который проводился в 2017 году в ноябре, скажем таким, то вещи довольно-таки неплохая, интересная. Вот мы видим разные тут варианты, и шлемаков можно получить, и броник хэллоуинский тоже. Ну, не самый лучший, но сойдет там, если даже ежик для ежика или там ромбика, нормальная вещь. Но на больших званиях уже это не особо интересно. Тесак тот же самый, да, но
тоже не особо привлекательно, кто-то не хочет выполнять эти задания, как бы, да, но на Браво или Чарли можно выполнить, если там у вас небольшие звания. Это придумал я не сам, это как бы посмотрел у Кузи Атаки когда-то, ну и вот таким же методом пользуюсь. Ну и последнее, это маска киборга, что вы получаете, ребят, тоже неплохая вещь, как бы, ну такая, немножко лечит. Насколько я помню, восстанавливает здоровье. Вроде бы как способность, но вряд ли ее убрали. Пока ничего не перекидывал с корзины, вот только буквально сейчас закончил выполнять эти задания. Вот, но маска прикольная, внешний вид прикольный у нее, так, ну, в принципе, стоит, наверное, выполнить. Но, опять-таки, говорюсь, не на альфа, например, 150 человек убить тесаком на альфа, это, наверное, в каком-то плане нереально, то есть это очень жестко. Поскольку тут вообще даже на альфа, на ветеранах, предположим, да, то есть если большое звание, лично вот для меня, убить вообще кого-то проблема там, да, с оружием даже не всегда получается, уж извиняюсь. А тут вот тесаком послали нас убивать кого-то, ну это вообще жесть полнейшая. Вот, соответственно, принимаем такой маневр, идем на Браво или Чарли, если там маленькие звания, ну и, собственно говоря, там выполняем это довольно-таки в каком-то плане извращенное задание. Большой привет ребятам smile.ru, видимо, там креативный менеджер с уровнем IQ очень большим, наверное, в кавычках. Вот он придумал такое задание, такой, а давайте вот ребята будут бегать на альфа, на ветеранах там, да, либо там на ежах, там на птичках, не знаю, на вот на таких званиях и комнатах, и будут пытаться друг друга зарезать, а при этом другие игроки будут набивать на них 150 фрагов, например, да, либо просто там фармиться, там стату поднимать. Ну прикольно же это, вот, поскольку даже когда я бегал на Браво в звании там в галочек вот этих золотых, то были ребята, которые играли 40 на 10, там 40 на 13, там с валом челик бегал, зажимал. В принципе, его тоже удавалось зарезать иной раз, но, конечно же, в большей степени он фармился именно на нас. То есть получалось вот именно так. Но тем не менее, кстати, 150 убийств тоже можно выполнить на Браво или Чарли. Тоже можете зайти, как бы создать себе там аккаунт, как вариант кинуть туда, например, какое-то оружие из вашей корзины, если вот играете на альфа там, да, либо то же самое сделать игрокам Браво или Чарли, например, пойти либо на альфа там, ну, либо на какой-то другой сервак, где у вас элементарно маленькое звание, и выполнить задания вот эти у вас, вам будет лично гораздо вот, ну, легче в каком-то отношении. Ну а здесь мы бегаем по карте, башмачки у меня непростые, но здесь я за медика бегал, в дальнейшем я, ребята, взял инженера, вот тоже вот в спину, не сразу зарезал, к сожалению, поскольку дистанция атаки вот этого тесака не самая большая. Вот, в дальнейшем я, ребята, играл за инженера, взял этот бронежилет, по-моему, который на 9 мая давали, или даже на день труда, что-то такое, то есть там, а нет, по-моему, все-таки бронежилет красноармейца, там что-то такое одел, шлемак себе накинул, взял гранату обычную, ну, чтобы прокидывать те места, где обычно стоят противники, там, снайпера или что-то, затем слепую накинул дым туда, в рюкзачок, скажем таки, и оглушку, вот, ну, еще там место для донатной мины осталось, вот, иногда ее ставил. Ну, было и такое, что некоторые люди, скажем таки, не всегда там честно поступали. То есть, ну, не то, что честно, а у них были, скажем таки, бронежилеты, которые защищают от нового попадания или что-то, и они меня на изи там резали. То есть, выбегали один на один, и зачастую они меня убивали, потому что первый урон просто, ну, удар не засчитывался по противнику. Здесь я решил резнуть игрока, но вот реально бегал, придуривался, думаю, да я его резну. Вот, к сожалению, там, ну или к счастью, для противника не получилось это сделать. Ну и здесь нас игрок вот так вот на изи всех разобрал со своего килтека. Вот как-то так. Вот такая вот небольшая, наверное, хитрость. Подсмотрел ее, повторюсь, давно. Ну и здесь вот так вот, стреляя из дробаша, просто криво там половину промазал. Вот, полный ужас, как говорится. Подсмотрел я эту вещь, ребят, когда-то у Кузи Атаки был такой игрок. И есть сейчас он брал топы на альфа там по большей степени. Может, набрал. Чарли тоже они брали, короны именно. То есть занимали на ПВЕ, по рейтингу первые места, и ребята там фармили вот эти короны. То есть именно звание царь горы, насколько я помню, да, то есть человек проводил там
игроков за бабосики и, соответственно, зарабатывал тем самым, ну и помогал людям, грубо говоря. То есть вот кинули вот так же оглушку здесь игроку, вот, пытаясь добежать до противника, но не получается, поскольку Warface ужасно замедленная игра, и это немножко так, не то что расстраивает, это просто ужас полнейший, когда ты делаешь подкат, потом у тебя персонаж встает, и ты не можешь какое-то время вообще не бежать, какие-то доли секунды, не что-то подобное делать. То есть в этом минус, я бы сказал. То есть ранее такого не было, в 2012-2013 год можно было там шустрее как-то бегать. Вот сейчас же действия игрока замедлили, убрали спам, эксайт, что-то еще там, ну и по результату там послушали опенкаперов, и ребята игру делают только под опенкап, в каком-то плане фазум болтовок там прочее, и там медик, инженер, там люлей тебе по большей степени огребают. Но опять-таки инженеру закинули скорпион тот же самый, да, и вот сейчас вот играем на ИРМке, от скорпиона только и нагибаемся. То есть человек заплатил деньги, он получил имбу в принципе и нагибает таких нубасов. Вот. Ну и здесь направо побегать здесь, и там вообще плевать на все, там чисто бегаю, там и главное задание бы сделать, тут оглушки закидывают, так, к сожалению, плохо закинул оглушку, ну и здесь меня скиллтека, грубо говоря, остановили, там, вкопали в землю, я не знаю, пристрелили. Вот, ну и здесь такой прокид, кстати, прикольно, вот пока играл, выполнял задание, точнее, немножко привык к этой карте, вот, места такие можно, кстати, покрыть, посидеть, там послушать, когда противник побежит на него, так либо в спину зайти, либо вот так вот чисто на размен, скажем, выйти. Вот, подкаты тоже не самый лучший вариант, ну вот каким-то образом, видимо, у игрока тоже что-то и подлагивало, и как-то, ведь это Warface, кстати, да, то, соответственно, мне удалось его убить. Медиком бегать не самый лучший вариант, но в принципе можно. То есть, в дальнейшем инженером я бегал, там получше было, кстати. То есть там и броньку можно себе починить, там на хпшке в принципе по боку. Вот, броня все-таки если есть, она больше тебя выручает в этих моментах. Вот, нежели просто 100 хп, они мгновенно буквально улетают. Вот такие вот дела, ребята. Можете выполнить это задание таким хитрым способом, я бы сказал. Скоро у нас уже, ну, я не знаю, когда будет обновление, но когда оно пройдет, что вот уберут возможность получения вот этих оружий, скажем, хэллоуинских, и выполнить данное задание уже, в принципе, будет, наверное, невозможно. Поэтому вот как-то так, успевайте, тут осталось, наверное, немного до конца этого ивента, и вот таким неплохим способом можно повыполнять данные задания. Но уже на профи 2500 врагов, когда я убивал ребят вот на профи, вот я не понимаю тоже разрабов, они целый год там или сколько они делали эту миссию, да, я не знаю сколько они делали, очень долго, типа они там босса там это самое чинили, да. В результате они особо-то его как бы не починили. Вот мы прошли профи, пока я набивал 2500 убийств на профи, мы раз 5, наверное, или 6 тупо прошли профи. То есть реально, вот мы просто прошли профи. И кстати, вот это оружие же, как его, каратель Бизон. Ребят, каратель Бизон, он на профи вообще такой ни о чем. Но вот я пострелял, очень слабый каратель Бизон на профи. На сложке он просто имба. Вот я на сложке отстреливал, клево, мне понравилось. На профи с Бизоном пошел специально, думаю, ща там настреляю. На профке вообще ни о чем этот Бизон, как бы, вот. На профке штурмовая, то есть вот этот пулемет XN8 каратель, он, конечно же, тащит. Ну, плюс некоторые ребята неплохо настреливали из снайперской винтовки, но когда начинается замес, то вот этот, скажем то, снайперка, она уже каратель, ну, не особо-то тащит, то есть она как бы такая слабенькая. Вот, то есть она такая, только вот если плотно противники бегут как-то, да, вот и на дальней дистанции, то нормально. А если вот замес начинается, то снайпер уже там не особо как-то и тащил. То есть фраги делал, но прям команду сильно он, они, ребята, вот, которые снайперами играли, они, конечно, не выручали. Больше там всего игру делают именно штурмовики с XM8 карателем. Вот, собственно, как-то так, ребята, отыграли мы эту игру, побегали, понабивали данное оружие тесак, ну, получить его на халяву, в принципе, неплохое оружие, собственно, как-то так. Всем на этом удачи, ребят, всем пока. Кстати, видим, что игрока на втором месте, которого у нас, его просто-напросто нету, но тоже приколы Warface, они, конечно же, никуда не делись. Всем, ребят, удачи, всем пока.